Добрий вечір, це подорожні. І сьогодні я з задоволенням поговорю з Пашей, який дуже часто пише про себе. Дуже просто. Я працюю на кладбищі. І от саме цим ви мене одразу і зацікавили. Ви знали, в принципі, як людей зачепить. А, напевно, не тільки мене. Але я не тому, щоб запитати, а чому ви там працюєте, так? А тому що взагалі тема кладовище і життя на кладовищі, біля нього, з ним. Мене завжди дуже цікавило, я часом навіть думала, що зі мною не все в порядку. А знайшла вас і з вами можу щиро про це поговорити. Ну, тема, яку всі завжди бояться. Так. І навіть, ну, що таке історії цвинтарні, да? Це щось страшне, завжди ми в дитинстві розповідали про чорне-чорне, якусь простиню, там, про ці всі страшилки, про мерців, які там десь звідкись з'являються. Ну, така мракопедія, я б сказала, якась така, ну, переважна. Да. Да? І кожен працюючий в итоге все одно через це переодолевает поначалу. Да? Кажется, ну, конечно. Поначалу кажется, что все это страшно. Ага. Обязательно. Перш ніж дійти до того, що ви почали працювати на кладовищі, ваша історія була дуже довга. Я намагалася її собі на одну сторінку викласти, і в мене нічого не вийшло. Я почала з того, що ви народилися в Луганську, в селищі із прекрасною назвою «Шахта номер 60», так? 9, просто 9. Шахта номер 9. Так звалося селище? Да, я могу показати паспорт. В ньому написано «Шахта номер 9, Перевальський район, Луганська область». От мені цікаво, там, як... Там вони йдуть подряд, там шахта 10, 11, 9, 32 БІС, там ці всі. Але це шахти, чи так і називалося місце, в якому? Так, да, і шахти так називаються, і селище, в якому? Так, звичайно. А от як живеться вам... Людині, якій в паспорті написано, що вони народилися в шахті номер 9. Всі завжди задають вопрос, що прямо в шахті знайшли? Ну, можна, да. А якщо туди лелеки залітали, чи хто там приносить шахтарям дітей? Хоча ви не з шахтарської сім'ї. Ви ж з сім'ї. У мене дід шахтоуправлінець, у мене папа працював в шахті до того, як попав в армію. Так що у мене шахтерська сім'я. Такі ви? Вони, да, вони жили в поселці, в этом, по різні сторони вулиці. Я в шахтерском поселке все детство, каждое лето. Да. Ну, этот быт, у меня дядя в шахте всю жизнь родной проработал. Наверное, все-таки из шахтерской семьи, но и из военной тоже. Потому что... И тому вы хотели стать военным, теж, как ваш батько? А, если ты 17 лет проводишь по гарнизонам, да. Переезжай с места на место, но всегда вокруг тебя все военные, ты ничего другого не знаешь. Выбора уже немає. Конечно. Летом у тебя шахтерский поселок, а осенью, зимой, весной у тебя военный поселок. То есть тут два варианта. Да. Або в шахту, або в армию. Либо туда, либо туда. Но у вас что-то не так не вышло. Вы в результате чему-то опинилися в химическом факультете? На химико-технологическом вузе Днепропетровском. Який связок тут между этими двумя? Много лет уже прошло, я до сих пор не знаю, какая здесь связь. Это, скорее всего, моя мягкотелость, наверное, какая-то. Кто-то вас примусил? Да, родители сказали, смотри, какой классный вуз. Туда берут по собеседованию. Ага. Я туда пошел, меня взяли по собеседованию. Вы знали химию на 5? Я ее не любил, но знал. Разумею, у меня мама выкладала химию. Так що я її теж знала. Але ж ви хотіли бути журналістом ще, крім того всього, якимсь чином. Ну, да. Із цього всього, я не знаю, в якій реторті народилася ця ідея.
Я очень рано просто начал, наверное, может, читать. Мне нравилось читать. Я очень рано начал писать. И так как у нас, ну, такой профессии писатель, особенно в 90-х годах, да, она особо была не известна никому, и мало кто знал вообще, как ей можно заработать себе на жизнь. А журналистикой, ну и сейчас никто не знает. Да. Журналистикой было примерно понятно экономическая составляющая вопроса, поэтому меня в журналистику больше тянуло. Тобто вас все-таки переймалуть, на що ви будете жити? Не так творчість, як те, що ви з цього можете отримати? Ми ж діти 90-х. У нас всього завжди було мало. Да. Нам чого-то хотілося. Нам хотілося якихось там вещей, джинси, машини, там все це остальное. Звісно, в нас взагалі дуже багато матеріального, я вважаю. Більше, може бути, ніж навіть в сучасних, мені здається. Угу. Потому что, наверное, нам всего этого не хватало очень сильно. Угу. Ну, да. Что там? А в журналистику, чтобы было попасть, нужно было сдавать экзамен. Уж я-то знаю. Ну да, и родители задали мне вопрос, а если ты не сдашь? Так, а вы им что? Ну, что я? Мне 17 лет, я все время по каким-то мы гарнизонам, я город-то видел не так часто, как хотелось бы. Да. Мы в середине этого города стоим, вокруг трамвая, куча людей, и мне такой вопрос задают. Я говорю, конечно, я не знаю. Он говорит, ну давай, вот, смотри, химический вуз. Прекрасно. Там собеседование, давай попробуем. Не получится, говорит, пойдем туда. Я закончил школу на одни пятерки. С медалью? Нет, медаль не дали. Не хватило? У меня была в 9 классе 1/4. Вот. Но благодаря этому меня в вуз взяли по собеседованию. Я не умел ничего на тот момент делать плохо. И собеседование сдал. Надо было завалить. Идти на журналистику. Не, ну вы же не могли себе это дозволить. Да, я сдал. Вы перфекционист? Ну, наверное, не знаю. Ви потім і торгували чимось, якісь креветки десь добували, і щось таке, це ви про себе все... У мене було багато чого. Я і був охранником, я і був грузчиком, я був журналістом, я був продавцом, там, я був рекламщиком. Я навіть не знаю, ким я не був. Да, водителем-экспедитором. Ну, много кем был. И после того всего вы опинилися на кладовище. Да. И вы зараз... Я считаю, это очень логично, кстати. Я теж. Я как раз тому и приділила стільки уваги этим этапам вашего становления. Тому что и ловля креветок, и охрана, и все это абсолютно входит в логику этого шляху. Да, совершенно верно. И вы теперь власник, співвласник фирмы ритуальных послуг? Не, ритуальные услуги нет. Мы просто занимаемся изготовлением и установкой памятников. Мы не занимаемся самими ритуальными услугами. Я на определенном моменте немножко этим занимался, но мне это не понравилось. Чему? Надто печально? Это слишком для меня, как человека эмоционального, слишком тяжело. Угу. Все-таки, когда ставит человек памятник, проходит время. Проходит какой-то год, бывает больше. Все не так уже остро, не так, и все равно тяжело, но хотя все равно уже не так остро. А когда ты сразу находишься на этом, на пике, вот ты более человеческая, это очень тяжело. Мне лично это очень тяжело. Але чому ви все-таки прийшли до цього? Чому раптом? Случай. У меня все случай. Ну да. Это был такой же случай, как я попал во все остальные свои какие-то авантюры или работы, как это можно назвать. Случай. У меня, я работал на фирме, учредитель предложили заняться ритуальным направлением. И он мне предложил заняться сначала, наладить учет. Я начал налаживать учет, и вот я все погрузился, проработал с ним несколько лет, и потом уже ушел на свои вольные хлеба. Встретил товарища хорошего, который уже этим занимался, мы как-то вместе слились, и дальше уже пошли вместе этим заниматься. И вам это подобается? Да. Ну, судячи з ваших текстів, які я з задоволенням великим читаю, щоб ви знали. Спасибо, мені дуже приємно. Вам
Це подобається як письменнику. Да. По жизни. Да. Это правда. Это какая-то удача писательская. Вот mm-hmm. такое количество историй. Причем ты можешь наблюдать человеческую историю от и до. Да. То есть у тебя, вот, как я говорю, я в своих, во всех историях ставлю вполне конкретные гранитные точки. Ты можешь проследить полностью, и не одно даже поколение. У этой истории может быть множество разветвлений, и ты видишь, к чему она приходит, к какому-то такому очень, ну, очень логичному финалу, в общем-то, да, но это очень интересно. Это даже это интереснее, чем делать памятник. Да. Ну, это правда. Я читала перед тем... У Акунина есть книжка «Кладбищенские истории». Я читал, конечно. Грішна думала раніше теж писати про такі речі. Навіть знімала програму колись. Але я зрозуміла, що мене ви обігнали. Так що... Ну, здесь не буває марафона. Здесь или там спринта. Все нормально. Я жартую. Здесь можна включитися в будь-який момент. І так же само... І виключити. І, смію вас заверити, в будь-який момент можна виключитися. Да. Але ж... А просто ви робите це так талановито, що... Не смію. Да. Але от Акунін писав про свій великий інтерес до кладовищ. Навіть є такий термін тафофілія. Ви чули таке? Це люди, які люблять колекціонувати кладовища. Ну, якщо це не переходить в межу здорового там глузду, точніше, коли це не перетворюється на діагноз, то це дуже цікава історія. І я вам зізнаюся, що я, наприклад, коли десь подорожую різними країнами, я обов'язково хожу на кладовища там. Бо це особливе життя. А колись мені ще бабуся розказувала, навіть побачення призначали на кладовищах, не тому, що було страшно, щоб там налякати дівушку, яка там буде тебе чекати, а тому, що це місце роздумів, філософських прогулянок. Повірте, у нас багато людей є, хто гуляє по кладбищу, гуляють, прогулюються. Саме, да? Я часто буваю на кладбищі, я бачу людей, які просто прогулюються. Ви з ними говорите? Часом. Нет, это... Я считаю, это такое место раздумий все-таки. Да. Зачем вторгаться в чьи-то раздумия? Сюда скорее приходят люди, наоборот, от всех как-то устраниться. Если хотят поговорить, идут... В бар. В пивбар, да, в какой-нибудь, в паб. Там они разговаривают. В Фейсбук заходят, там в комментарии разговаривают, да? Да. А на кладбище идут помолчать, подумать. Це місце, яке ви для себе знайшли і визначили, да? Воно змінило ваші стосунки із смертю? Ну, да, наверное, конечно. Да? Да, і з Богом теж сложні отношения. А як? Можна узнати? Знаєте, у мене зовсім недавно був такий розговор з одним чоловіком. Він говорить, зачем ти взагалі пишеш? Ну или зачем тут ты вот занимаешься вот этим всем? Ну зачем оно тебе нужно? У тебя вот фирма, у тебя какие-то дела. Ну, зачем ты вот этим? Зачем ты ходишь на эти встречи блогерские? Почему тебе все это? Я говорю, потому что мне это интересно. Ну, он же тебе же говорит, вообще ничего не приносит. Вообще ничего. Я говорю, мне интересно. Он говорит, ну, а смысл заниматься? Есть много других разных занятий. Я говорю, дело в том, что жизнь такая короткая, что если тебе это интересно, этим нужно заниматься здесь и сейчас. Пройдет время, и ты по ряду причин этого не будешь делать. Ты можешь это занятие бросить через 5 минут, потому что через 5 минут тебе будет неинтересно. Но тебе сейчас, в данный момент времени, оно интересно. Значит, нужно этим заниматься. Вот и все. Вот такое мое отношение к смерти. И вообще человек живет, пока ему интересно. Вот пока ему что-то интересно, неважно. Ну, кому-то интересно покушать, такие тоже есть, да? А кому-то интересно что-то узнать, кому-то интересно с кем-то общаться. Пока есть интерес, человек живет. Интерес пропадает не к жизни, к чему-то, ко всему. Все, его нет. И ты уже этот walking dead, да? Ну, на самом деле, это вот даже уже вопрос времени и очень короткого.
я так считаю. А ви от вірите в те, що в кожній людині відміряний певний шлях? Я фаталіст. Да? Да, я фаталіст. Ви ним стали, коли наблизилися? Я, наверное, їм був, просто я потім осознанно к этому пришел. Ага. Я когда смотришь на свою жизнь, поначалу думал, боже, що ж мене так кидає постоянно? Да. В одну сторону, туда, то в другую. Все как-то у меня... Все время мне казалось, что у меня на самом деле вообще ничего не складывается, не получается. А потом в один момент, когда начал писать, вдруг оказалось, что я столько всего знаю. И так могу, оказывается, об этом рассказать. Думаю, слушайте, может, не зря кидала? Может, это мне нужно было? Я себе нарабатывал какой-то вот опыт, тот, благодаря чему сейчас у меня получается то, что получается. Ну, наверное, да. Я фаталист. А я вірю в те, що все, що ви робите, і що ви учите, чи там через силу, чи через інтерес, воно все одно нікуди не дівається. От я, наприклад, грала на і хотів би, да не дінеться. Да, воно все кудись переплавлюється в щось, і все. Ваша хімія, ваші от ці всі історії, да, вони все одно десь вилазять, правда? Хоча да, ви формули, напевно, зараз уже і не пам'ятаєте толком. Ні? Ви таблицю Менделєєва. Боюсь опозориться. Я перевіряти не буду. Але все треба робити. От все, що тобі трапляється все, під руки. Да, да. Я дуже в це вірю. Я фаталіст, да, і я вірю в те, що нужно йти за тим, що интересно. Не нужно йти там за деньгами, это неправильно. Если идешь за тем, что интересно, оно тебе принесет деньги. Да. Оно тебе принесет успех, оно тебе принесет интерес, дает человеку осознание того, что он занимается чем-то нужным, что ли. Ну, то есть вот он, ему сейчас интересно, значит, он живет. Значит, действительно, он что-то делает не просто так, когда ему интересно. В этом смысле, я очень счастливый человек. А вот, напевно, у вас часто питають, а що цікавого в тому, що ви робите ці надгробні плити, що ви розмовляєте з цими людьми, які часом не знають, чого хочуть, тому що вони... Ну, справді, по-різному ставляться до тих людей, які хочуть увіковічнити. А може вони в цих пам'ятниках самовиражаються? У всіх по-разному. На самом деле, от скільки людей, стільки і цілей. Ну. Я завжди всім своїм заказчикам говорю о том, що стараюся донести мысль о том, що, прежде всего, пам'ятник, они, заказывая пам'ятник своєму какому-то близькому человеку, они, прежде всего, ставят его для себя. От я так думаю. Потому что ходить им туда... Они это делают для себя, не для того. Это я понимаю по нашей культуре, да, по всем, это делается для человека. Но заказывая памятник, человек прежде всего делает его для себя. Только так. А потом уже дальше все остальное. Інколи навіть по пам'ятнику можна... Ви краще це знаєте, я дилетант. Але по пам'ятнику можна навіть встановити, які були між ними стосунки. Яка міра вини є у того, хто сьогодні не всегда вини, типа... любви. І любві. Ну і про війну я теж і кажу. І потері, багато всього. Правда ж? Звісно. От я про війну вам розкажу. Я знаю одну людину, я спостерігала, яка колись свою маму покинула в хворобі. Вона дуже тяжко хворіла, одною з найстрашніших хвороб. Але вона була прекрасна, ця жінка. І та дочка її, вона десь уже, вона весь час хотіла з неї зробити, вона була така сучасна Проня Прокопівна. Mm-hmm. Вона хотіла з сільської прекрасної мами зробити гражданку. Вона її там змушувала щось таке вдягати, щось казати. А та опиралася цьому, і вона була дуже мудра. І зрештою вона померла. І у тої дочки, в принципі, в душі відчуття вини завжди жило, тому що вона її мучила, вона хотіла її показати такою, якою і сама не була. Да? І от вона поставила їй пам'ятник, і все одно вона зробила її на фотографії зовсім не такою, якою вона була, такою, якою вона хотіла її бачити. І вона туди приходить кожен день. Пройшло вже багато років, вона туди ходить постійно, і мені здається, що вона перед нею намагається якось спокутувати у свій якийсь викривлений спосіб, бо все одно ж на фотографії вона леді, розумієте?
Я понимаю, да, таких хватает. Да? Таких много. Очень. А ви з цієї точки зору розглядаєте людей, які приходять щось там? А я, ви розумієте, яка штука? Я їх не розглядаю з якоїсь точки зору. Я їх просто розглядаю. Ну, навіть я з ними не розмовляю. Вони зі мною розмовляють. На самом деле, стоит просто проявить интерес, начать слушать, кивнуть, и все, и человек начинает рассказывать. Не, здесь никаких... Там, просто послушать надо, и все на это. И он начнет, он тебе все расскажет. Это, наверное, там как у врача, да, может быть. Там, ну, вот кто, особенно если люди пожилые, ну, кто с ними разговаривает? Участковый врач? Или участковый полицейский, да, который, ты, господи, как же можно, ну, соседки, ну, кто с них еще слушает. А если не приходят, ты проявляешь интерес, и все, они начинают рассказывать много всего. Чем вам старые люди интереснее? Они очень долго говорят, они говорят одне и те же, они повторяются, они забывают, что они это уже вам рассказывали в минулого раза. Как вы с ними говорите? Это самые интересные собеседники. Да. Самые интересные собеседники. Это такой невероятный жизненный всегда пласт какой-то. Да? Это клад. То есть, если там каждая личность, какая бы она ни была, она уникальна. И у каждой личности свой уникальный жизненный путь. В этом жизненном пути всегда есть какие-то очень интересные, смешные, трагичные истории. И начни слушать, и все это тебе расскажут. Помните что-то из особливого, что у вас какие-то дедулька? Да, у меня... Ой, у вас их миллион. У меня всего этого так много. Расскажите одну историю. Историю? Да. Была у меня одна из первых таких заказчиц. Такая лет за 60 была. Было ей где-то, может, под 70. Очень извиняющаяся. Очень все... Вот как-то она все время она боялась, что ли, сделать что-то не так, сделать как-то неловко. И заказывала двойной памятник. Двойной памятник, Берковецкое кладбище. Фотография у нее старенькая, маленькая такая совершенно. И она все вот... И начинает рассказывать о том... Была у нее дочка. Было дочке 6 лет. А ей... бабушке на тот момент было 24, что ли. А. Да, то есть это было какие-то давно, да. И она в Днепропетровске, дочка отдыхала у ее мамы и утонула. Утонула. И она рассказывала мне, вот у нее такой был, как она приехала туда, совершенно себя не помня. Она совершенно не помнила вот все, что происходило. Почему-то в итоге вот в Днепропетровске похоронили, потому что она совершенно не отдавала себе отчет. Все, что запомнила, как она и заплетала косички. Она и заплетала косички, и вот она заплетала. А вот и левая, говорит, косичка все никак не получалась. Она ее заплетала, расплетала, заплетала, расплетала. И похоронила. Через несколько лет ей пришла бумажка о том, что кладбище будет переделано под парк культуры и отдыха. И поэтому либо в течение там, какого-то определенного времени заберите, перезахороните, либо в течение этого определенного времени все это будет бульдозером разровнено, все невостребованные пойдут под парк. На следующий день она туда поехала, никому не дала трогать, сама выкопала полностью все. Сама? Сама. Сама в коробочку, в такую маленькую, все переложила. Косичку, говорит, эту запомнила совершенно. Выкупила все купе. Держала ночь на коленях эту коробку, ехала с ней. Приехала на Берковецком кладбище, похоронила. Папа заказала на тот момент, хотя это был там какой-то там год. Он отслужил все и легла рядом, сказала, все, больше не встану. А прожила до 69. Пришла, заказала памятник, очень много извинялась за то, что это рассказывала. И какая-то была такая она спокойная. И когда же заказала двойной для дочки портрет для себя. Говорит, ну вот, еще чуть-чуть и вместе будем. Все. Еще чуть-чуть и вместе. Да. Такая история. Зараз з'явилася
нові історії там, да? Поховань. Да, зараз сейчас ховають молодих людей дуже часто. Не тільки жертв катастроф і самоубійств. Зараз, да, війна принесла нові історії. Ви їх теж записуєте? Чи ці люди ще не говорять? Записываю, что-то пишу, что-то не пишу пока. Есть истории, которые приезжают там побратимы или приезжают какие-то командиры, да, там, сбрасываются они там своими частями на эти памятники, заказывают. Рассказывается многое. Что-то записываешь, запоминаешь, что-то откладываешь. Не все пишу. Далеко не все. Я какие-то, может быть, не пишу, потому что слишком они мне кажутся какими-то уже очень больными, что ли. Ну, то есть вот в них все свежее, да, еще да. Это рана еще с трубками вот этими вот не заросла. То есть еще этого всего нет, она совсем свежая. В нее сразу набежит множество популистов, которые начнут из нее вытаскивать совершенно ненужные какие-то смыслы, нагружать ими этот текст, растаскивать его там по интернету. Я этого не хочу. Они пускай отлежится. Пускай будет какое-то еще пройдет время. И потом. Если история для меня более-менее какая-то однозначная, я її пишу. Вони у вас виходять усі якісь дуже, я знаю, ну от після них хочеться жити. Хоча це історія смерті чи стосунків із чимось таким страшним. Не знаю, що вам сказати. Ну я ж поки ще жити хочу. Вот. Поэтому я ж поки я їх пишу від себе, як чоловік, який хоче жити. Ви їх так і пишете, і в цьому і відмінність між страшилками, які придумують про кладовище, і тим... Ви розумієте, я нічого не придумую. Да. У мене нет ні одної історії, яку я придумав. Ні одної. Я можу зібрати з нескольких історій одну, для того, щоб вона вийшла більш інформаційно наповненою, що ли, да, або більш емоційно окрашеною, такою от. Угу. Это да, это я могу сделать. Но придумывать... У меня с воображением на самом деле плохо. Брать не буду. Воображение у меня... Я наблюдательный, я за собой это знаю. Да. А с воображением плохо. Вы книжку зараз будете робити, так? Да, в процессе. Вот надеюсь, что на днях уже будет, уйдет в типографию. Она так и будет называться? Она будет называться «Я работаю на кладбище». І ви не боїтеся, що це буде книжка сумна, чи це книжка, чи це книжка фактично про смерть? Вона буде грустною книжкою. Як ви робите так, щоб цю книжку можна було без тягаря на душі прочитати від початку до кінця? Тому що ми то говоримо про складні речі, я точніше так, ви. Я, коли я її вичитував, я її вичитував в кілька заходів. А у вас так, так і було? Я її не, ну, в один заход лично я свій текст осилити ще не смог. Мне, ну, ну, а мені ще, розумієте, яка, я ж це, як це сказати, я же знаю этих людей, я же этого ощущаю, мне это возвращается, как это все происходило, я же слышу эти голоса, я же помню эти лица, поэтому мне еще тяжелее, наверное. Вот, поэтому я лично в один заход, нет, книжка получится тяжелая, но правдивая. А что вы хотите на нее сказать? У вас есть какая-то такая вот... Сверхзадача? Нет. Правда, сверхзадачи нет. Угу. Я уже когда-то говорил, и в комментариях мне кто-то там меня пытаются обозвать писателем, да? Ну, я не писатель, нет. Я бытописатель, скорее, я так себя называю, мне так комфортнее. Я увидел ситуацию, я ее описал. Я не вкладываю туда никаких особых смысловых нагрузок, как мне кажется. Может, я как-то на подсознание это делаю. Да. Может, я где-то вот, ну, но вот нет у меня конкретного желания. Вот я сейчас напишу вот этот рассказ, потому что я хочу им сказать, что быть жадным плохо. И я его пишу. Да. Такого у меня нет. Ну, например, да, и нет никаких сверхидей. Есть история, которая мне встречается. Вот у меня встретилась история, я ее увидел вот такой вот. И как я ее увидел, я ее написал. Все. Звільнилися від цього знання. Да, кто-то ходит в церковь и исповедуется, кто-то ходит в
к знакомому бармену, напивается, ему рассказывает. А я хожу в блок и пишу туда. Вы входите в компанию цих веселих, талановитих людей, да, які називаються блогерами, які навіть останнім часом у нас... Меня туда не выгнали пока. Вас там люблять. Несмотря на все то, что я грустно пишу, они пока еще терпят. Вас там люблять. Ви окремий такий розділ у цій історії. А чого ви ходите все ж таки по цих чиновничих кабінетах? Да. От ви абсолютно людина інша. І ваш, да, я там много, я там много молчу. Напевно, да. Сижу в уголку, молчу, наблюдаю. А чого ви туди ходите? І ви десь сказали, що ви виходите звідти розстроєні. Чаще, да. Да? Да, однозначно. Ну, я с кладбища мене... выхожу не таким расстроенным, как от них. Це міністри, це міністри, депутати. Да, там... Там, глава администрации президента тот, да, же, да, там, да. Там вот последний это глава Нафтогаза нашего. Ага. То есть, ну все. Вот скажите мне, с вашим ощущением жизни, что вы зрозуміли про нас? Про нас? Угу. Чтобы власть, чтобы чиновники оправдали ожидания большинства, должно пройти, ну, смениться, я думаю, поколение 3. 3? Ну, думаю, да. В кращем выпадку. Ну, да, достаточно, я, наверное, это достаточно оптимистично. Я больше руководствуюсь ощущениями, я больше руководствуюсь, проводя визуальный анализ человека, который говорит, как он говорит, что он говорит, как он себя ведет, какой у него кабинет, угу, что у него на столе, мне все это страшно интересно. Я больше это всем рассматриваю, да, что у него там вокруг. Людей это проходит через меня достаточно много, и я, мне кажется, что я могу судить по людям о том, какие они в итоге. Угу. Но это все люди советской эпохи. У нас этот вирус советскости, он сидит очень серьезно, и антител пока нет ни у кого. Угу. Они, конечно, пытаются вырабатываться, но это все, это же не одно поколение. Не одно поколение. А вы верите, что это с часом все ж таки выплывется? Концентрация в меняется, конечно. Да? Конечно. Думаете, что она заявляется? Я уверен в этом. Что не навпаки? Но если мы... Те, что с нами сделали. Здесь самое главное, наша задача какая? Вот наша задача. Да. Не дать вот этому вирусу прогрессировать. То есть блокировать участки, да, там отсекать ненужное, лечить организм. Не давать ему развиваться больше. А все нормально, концентрация будет снижаться. Снижаться, снижаться, снижаться. Как человек, работающий на кладбище, уверяю вас, что все равно эти люди будут постепенно уходить, на их смену будут приходить другие. И если они будут правильно воспитаны, они будут с концентрацией людей прежних, зараженных вот этой вот советской идеологией, они будут снижать. Главное не дать этой советской идеологии распространиться нормально. И все. Вы... Сами это робите каждый день? Конечно. У меня маленький ребенок. Естественно, я это делаю. А как по-другому? Обязательно. И когда Рождество было, мы клеили Вифлеемскую звезду, подружали ее на швабру. У нас была толпа детей. Была коза, была украиночка, был черт. Все, что треба, все были, все выучили колядки. Мы созвонились со всеми нашими знакомыми. Мы ходили от дома к дому. Звезда у нас сияла, потому что там была лампочка вделана. И детские крики, колядники идут, собирали... Все балконы открывались. Говорят, заходите к нам. Это невероятно. А у вас это звідки? Вы из поселка Шахта номер 9? Ну, так это ж, ну, он же не в пустыне. Вот, до речі, про эту пустыню. Все ж таки вы родом из Сходу, да? Да. И на якому зараз відбувається те, що відбувається? Ви, ага, напевно, добре знаєте тих людей. Ви про них думаєте. У вас... И периодически я общаюсь с теми, кто там... И что скажете? Моя уверенность в том, что это даже не на один год, да, однозначно. И может даже на не и даже может быть не на 10 лет. Угу. И неизвестно, насколько будет нам проще, когда мы эту территорию сделаем подконтрольной. Я не знаю, что нужно сделать. Я просто.
я вижу людей там, да, и своих родственников в том числе. Я не вижу вот ситуации, как должна она повернуться, чтобы они стали украинцами по-настоящему. Честное слово, нет, этого не знаю. Они уже достаточно все зрелые люди, да, они уже там со своими пониманиями, понятиями в жизни, своей точкой зрения. И все случилось во многом благодаря тому, что у них такая точка зрения была. Угу. И она не меняется. То есть, может, даже она и не может, а наверняка она ухудшается. Отдаляются. Но да? Человек же никогда не склонен винить в происходящем себя. Он всегда найдет с крайнего. Кого сейчас удобнее найти крайним? Тот и виноват. А когда тебе ежедневно говорят виноваты, вот те там, проклятые бандеровцы, вот они, сволочи и все прочее. Если тебе это говорят, то ты абсолютно нормально крайним там делаешь. Чем больше проходит времени, вот этот вирус советскости, о котором мы говорим, он прогрессирует. А его там, его наоборот, в него еще бактерий полезных добавляют. Расти, родной, расти. Он растет, все хорошо. И там он вырос, как с моей точки зрения, он там вырос уже до чудовищных масштабов. Как это можно назад вернуть? Не знаю. Но я думаю, что сложно будет. И гораздо сложнее, чем воевать. Мне так кажется. Как-то так. Ви ще дуже молода людина, і вам прийдеться жити на цьому кладбищі, так? Да. І ви знаходите для себе мотивацію у цьому всьому, що ви кажете. Із кабінетів людей, яких ви спостерігаєте там, ви виходите розстроєний, ваша батьківщина, ну, там і невідомо, да? Ну, мала часть. Батьківщина, часть, да? Часть мене там, однозначно. Ви про тещу свою пишете, що вона абсолютно потеряний чоловік для, для України. Да. Ну, ви пишете якось так беззлобно, про неї. Але зрозуміло, ну, що вона абсолютно, знаєте, вас вважає. Вона теща, але вона ж мама моєї любимої жени. А як ви, от, до речі, у цьому вашому стосунку з людиною, яка абсолютно мислить не так, вона з Москви, да, чи откуда? Із Росії? Вона з Тамані. Із Тамані. Тобто вона приїжджає і от розказує вам все те, що бачить на, по Первому каналу там у себе. Да? І ви якось вже ж знаходите можливість з нею розмовляти, не викидати її там з вікна, не закривати їй кордон, не ставити їй чемодан і казати «Вокзал Росія». Да? Як ви це робите? Це мой просто склад характеру такий. Ну, ви казали, що ви не хотіли. Другі, може би, так би і зробили. І я знаю там людей, які так і роблять. Ага. Ну, я отлично розумію, що яка б вона не була, все одно, це, з одної сторони, да, це все-таки, вона мама моєї любимої жени, як би не було. Это раз. Во-вторых, все равно теплится надежда, что погрузив ее в нашу какую-то вот такую среду, мы все-таки немножечко ее, ну, поменять нет, не поменяем, но хотя бы зароним какую-то тень сомнения. Или, может быть, вот покажем, какие мы, чтобы она то, что она увидела, донесла туда. И в связи с этим, там, что пытаешься все это показать, бывает много разных забавных случаев. Это смешно. Здесь вот на, да, на Дегтяревской военных же много, ну, да. На Лукьяновке, да, вот, штабы, там, вот эти военные части. И военные все ходят в новой же форме, да, пиксель этот новый. И она их, когда приехала, первый раз увидела, говорит, смотри, натовцы. Я говорю, какие же натовцы? Я говорю, наши. Я что, не знаю формы ваши? Это натовцы, посмотри на них. Я говорю, отлично, сейчас, говорю, узнаем. И я... Мистер! Мистер! Can you help? Он поворачивается, смотрит на нас. Я говорю, do you speak English? Не так, чтобы дуже гарно, але can I help you? Але can I help you? Ну, все очень забавно.
І це ж ви не придумали, правда? Бо дуже, дуже талановита історія. Ну, як я можу пропагандистка, я б сказав. Я не вмію придумати, я ж вам вже говорив. Як це ж таки мотивація? От для... Мотивація? Да. Будущее дітей. Так. Мотивация вполне. Будущее страны. Мотивация вполне. Ну и вообще в целом я еще намереваюсь пожить. Как бы вы же сами сказали, я молод. Да. Я еще впереди себя вижу какой-то определенный срок, в котором... Я сказал о том, что ожидания наши народа такие, что они исполнятся через 3 поколения. Ожидания. Но мы же такие, что мы хотим сразу и все. Да. А изменения идут постепенно. И многое уже меняется к лучшему. На самом деле очень много есть хороших, позитивных изменений. И я надеюсь, что вот мы поживем еще в очень даже неплохой стране. Люди не будут там курить на автобусных остановках, да, и не будут бросать бычки мимо урн. Чем было бы не забавно? Это вы говорите, как людина, яка працює на кладовище. Да. Это дуже важливо. А чего вы паштет? Через то, что вы Паша? Да, это старая школьная кличка. Друзья так называли давным-давно. И изначально, когда я заводил блог, я не сильно хотел, чтобы меня... Признавали? Узнавали, да. Я страшно... Вот я очень непубличный человек. Да? Да, я улитка. А там так хорошо в цей хатинці, да? Да, там все хорошо, все нормально, слушаешь. Можно... Я люблю ездить в общественном транспорте. Можно подслушать множество интересных историй, как люди общаются. Давным-давно уже неоднократно это говорю о том, что... У нас люди все, они все как черепахи в панцире. Наушнички одел, отгородился от всех. Телефон тыкнул. Телефон вот тыкнул, читалочка, и все, и он поехал. А если вот это все убрать и начать понаблюдать. Люди многие разговаривают по телефону в наушниках. Да. И не обращают внимания. И самое забавное, что даже рядом сидящие с ним люди не слышат этого, потому что они тоже в наушниках. А если ты без наушника, если ты без гаджета, если ты ничего не читаешь, и постригаешь за тем, наблюдаешь, очень интересно. А это очень выгодная здесь позиция улитки. Тебя же никто не замечает. Ты стоишь где-то в уголке и слушаешь. А публичность, она уже давно начнут замечать, да, как потом уже, как ездить, как слушать. Сколько историй мимо. А ничего же вы зараз вот це говорите практично миллионам людей. Я не дуже зіпсувала ваше життя. Именно меня это больше всего и волнует. Я жду вашу книжку. Можна я буду розраховувати на автограф? Я с удовольствием презентую вам книгу со своим автографом. Это будет мне очень приятно, для меня это будет честно. Вот вам подписать и подарить. Ваши истории, вони навпаки, вони умиротворяют. Вони дають тобі якийсь такий спокій. Ти розумієш, що життя насправді варто жити. Банальні якісь речі я зараз кажу через те, що я розпливлася від задоволення, коли згадую те, що я читаю. Спасибо. Всі ці ваші старички, всі ці смішні дядечки з накрашеними волосами, які, що там він написав, що він помре в 2024 году чи в 34-му? Отмірив собі 99, по-моєму, не помню. Він так, ви так і вибили йому на пам'ять? Я навіть сфотографував його, і у мене є... У вас є ця фотка? Фотографія, але я спросив розрішення написати об этом, але не отримав розрішення вивісити фотографію, тому доказательство, якщо що, у мене є. О том, что я не вру. Это на лесном кладбище. Ви таку правду хорошу розказуєте про те, що світ населений насправді прекрасними персонажами. І серед них дуже тепло жить. Навіть якщо вони бувають часом незручні, навіть страшні, але життя, воно таки варте того. Очень много. У нас очень много хороших людей. Поэтому, как бы ни было, мы живем в этой стране. Нікуди не уїхали і не думаємо уїжджати. І не збираємося. Все, що ви. Здорово. Спасибо. Вам спасибо.